Всем привет, друзья! Начинаем новый проект. Сборка багги. Большого багги. Давно собирался и наконец-то дошли руки. Будем готовить и собирать все поэтапно, так что видео будет выходить сериями. Давайте приступим. Реактивные тяги и амортизаторы я уже открутил. Теперь нам нужно будет открутить тормозную трубку и срезать чашки под пружины. Они нам не понадобятся. Демонтируем остатки троса от стояночного тормоза. Закупил профильную трубу 40/40, колодки новые, тросик стояночного тормоза, реактивные тяги с металлолома и втулки под них. Еще много-много всего нужно, начнем потихонечку собирать. Сначала мы установим новые колодки и новый трос. На одной стороне колодки поменяли, теперь поменяем на второй. Колодки поставили, трос поставили. Переходим к следующему этапу. Многие мучаются при замене резинок на реактивных тягах. Так это не проблема. Самое главное хорошо смазать саму резинку. Можно мылом, можно маслом. Ну и стальную втулку нужно будет заточить чуть-чуть на конус. Это можно сделать на наждаке, я делаю это на токарном станке. Все хорошенечко смазали, забили резин. Можно с молотка, можно тисками, можно прессом. Ну а потом втулку. Таким же образом, при помощи молотка, тисов или же пресса. В следующей серии мы будем варить с вами раму, а также прикрутим к мосту амортизаторы с пружинками. И может быть даже установим мост в сборе на раму. Ну короче, загадывать не будем. И я надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Так что ставим лайки и подписываемся на канал. А на сегодня у меня все, увидимся в следующем видео. Надеюсь, для вас интерес. Всем пока!